Есть два способа описать спасение. Спасение можно описывать как изменение состояния человека, внутреннего состояния человека, его сущности. Спасение можно описывать как прощение человека, разрешение проблемы греха, которые есть у человека. Вот эта вот разница, это разница между Востоком и Западом. А восточное описание – это описание изменения сущности человека. Западное описание ⁇ это прежде всего акцент на прощении человека. Не значит, конечно, что, например, на Западе не говорят о том, что сущность человека, греховность человека тоже должна быть изменена и преодолена. Но все-таки для западного богословия проблемы вины, проблемы гнева Бога, связанного с грехом, чрезвычайно важны, тогда как для восточного богословия это не представляется чем-то серьезным. И нам нужно разобраться, в чем тут дело. Нам нужно разобраться, почему восточное богословие отвергает идею гнева Божьего и отвергает идею необходимости прощения вины для того, чтобы человек был спасен. И мы прочитаем с вами несколько текстов из отцов церкви, из уважаемых, ключевых отцов церкви, которые рассуждают об этой теме. Итак, Иоанн Златоуст пишет, когда ты слышишь слова ярость и гнев в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого. Это слова снисхождения. Божество чуждо всего подобного. Говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых. Посему, последуем указанию Божественного Писания, которое само себя поясняет если только мы не будем придавать значение грубости выражений, но будем иметь в виду то, что причиной для такой грубости слов наша немощь. А иначе, то есть без такого приспособления слов, человеческому слуху невозможно было бы и принять их. Итак, размышляя о немощи нашей и о том, что слова относятся к Богу, будем принимать эти последние слова так, как прилично говорить о Боге. И в другом месте не Бог враждует против нас, но мы против Него. Бог никогда не враждует. Немного остановимся. Я просто э, повторю, чтобы мы осознали, что именно сказал Иоанн Златоуст. Первое, он говорит: слова ярость и гнев в отношении к Богу это не описание того, что на самом деле происходит. Бог не может гневаться, Бог не может испытывать ярости. Это чуждые для него чувства. И если слова о ярости и гневе употребляются в Писании, то не потому, что так есть на самом деле, а чтобы более грубые люди поняли, которые без таких слов просто не поймут, что грех – это плохо. Другими словами, если человека сказать что грех это плохо, да, и не рассказать о гневе, о ярости Божьей, то человек грубый, человек недалекий, просто не проникнется этой идеей и продолжит грешить. Услышит о гневе Божьем, испугается, поведение его изменится. Но это не дело в Боге, это педагогика. Это просто педагогический прием, чтобы изменить поведение человека, но не чтобы описать, что именно происходит с Богом. И чтобы нам, может быть, дополнить картину, еще одна цитата, на этот раз из Антония Великого. «Бог благ и бесстрастен и неизменен. Если кто, признавая благословенным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако же, как он, будучи таковым, а добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, являет милость к ним, то на это надо мне сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо и радость, и гнев – суть страсти. Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит, вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним, а когда становимся злы, то отделяемся от Бога по несходству с Ним». Живя добродетельно, мы бываем Божьими, а делая злыми, становимся отверженными от Него. А сея не то, значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Бога воссиять в нас, с демонами же мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискаем мы разрешение в грехах, то это не значит, что Бога мы ублажили или Его переменили, но что посредством таких действий обращение нашего к Богу, врачевав сущее в нас зло, опять соделались мы способными вкушать Божью благость. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения». На что здесь важно обратить внимание, Антоний Великий подчеркивает, Бог бесстрастен и неизменен. Бог не может обрадоваться, Бог не может разгневаться, Бог не может что-то испытать такое, потому что это было бы перемена в Боге. А Бог не может изменяться. Поэтому Бог неизменен, Бог в каком-то смысле неподвижен, Бог проявляет только благо и ничего кроме блага. А проблема не в Боге, а проблема в человеке, который меняет свое положение по отношению к Богу. С одной стороны, он находится по отношению к Богу, воспринимает Бога как благого. С другой стороны, находится, не воспринимает Бога как благого, не видит благости Божьей. Не потому, что в Боге что-то переменилось, в Боге ничего нет, никакого гнева не появилось. Просто человек оказался в неудачном положении, в неправильном положении по отношению к Богу. А Бог как был неизменным, так и остается неизменным. И еще одна цитата, чтобы более полно увидеть картину. На этот раз из Григория Ницкого, одного из каппадокийцев, он пишет. «Ибо что неблагочестиво почитать естество Божие, подверженным какой-либо страсти, удовольствия или милости, или гнева, этого никто не будет отрицать даже из маловнимательных познаний истины сущего». Но хотя и говорится, что Бог веселится о рабах своих и гневается яростью на падший народ, потому что он милует, но в каждом, думаю, из таких изречений общепризнанное слово громогласно учит нас, что посредством наших свойств проведение Божие приспосабливается к нашей немощи, чтобы наклонные к греху по страху наказания удерживали себя от зла, Увлеченные прежде грехом не отчаивались в возвращении через покаяние, взирая на его милость. Опять та же самая мысль: смотрите, Слово Божие приспосабливается к нашей немощи и говорит о гневе, и говорит о милости, просто чтобы побудить нас к определенному положению. Но, еще раз, неблагочестиво почитать естество Божие, подверженным какой-либо страсти удовольствия или милости или гнева. То есть ни удовольствия, ни милости, ни гнева, ничего в Боге нет. Потому что все это чувство, все это изменение, все это процессы. Обратите внимание, что Иоанн Златоуст, что Антоний Великий, что Георгий Ницкий, что еще целый ряд восточных отцов церкви, они все придерживаются одной и той же мысли. Бог не изменен. На самом деле мыслим заимствованная Прежде всего из греческой философии, это классическая греческая мысль, совершенство не может изменяться, если оно изменяется, какое же оно совершенство? Значит, оно переходит от менее совершенного в более совершенное состояние или от более совершенного к менее. Поэтому совершенство всегда неподвижно. Бог совершен, поэтому Бог неподвижен, потому Бог неизменен, поэтому мы не можем говорить о гневе Божьем, о переменении в Боге или еще о чем-то подобном. И вот эта вот фактически греческая философская мысль, она и определила направление восточного представления о спасении. Раз нет гнева Божьего, то спасение никоим образом не может быть связано с гневом Божьим. От гнева Божьего не нужно спасаться. И Слово Божие вот, педагогически, но не сущностно говорит о Божьем гневе. И если ситуация такая, то нужно переменять человека, а не делать что-то с отношением между человеком и Богом. И в этом смысле все западные рассуждения о вине, о прощении, о вмененной праведности, все то, что называют таким юридическим оправданием в богословии, все эти рассуждения, они кажутся в восточной церкви ну, категорически неправильными. И помимо того, что они неправильные, исходя из восточных представлений о Боге и о неизменности Бога, еще и православные богословы подчеркивают некую нелогичность западных рассуждений, чтобы нам понять ситуацию. Давайте я вам прочитаю православного богослова 19 века Виктора Несмелого. Он так описывает проблему юридического понимания спасения, западного понимания спасения. Такое понимание христианского догмата не может быть согласовано не только с апостольским раскрытием сущности дарованного Христом спасения, но и с элементарными требованиями общечеловеческого здравого смысла. Ведь рассуждать таким образом, что Бог не может без наказания простить грешников, и в то же самое время утверждать, что Он все-таки прощает грешных людей, наказавших за их грехи не их самих, а Своего единосущного Сына, значит прямо отрицать в Боге то самое правосудие на понятие о котором только утверждается религиозная теория спасения. Какое же в самом деле правосудие в том, что заведомый грешник получает оправдание в своих грехах, потому что за грехи его был наказан заведомый праведник? Пусть этот праведник был единородный Сын Божий, пусть он сам и добровольно принес себя в искупительную жертву за грех. Этим нисколько не выражается и не доказывается Божие правосудие, потому что все равно здесь неизбежно возникают вопросы глубокого недоумения. Каким образом Бог мог согласиться на принесение его собственным сыном искупительной жертвы за чужие грехи? Ведь для этого ему нужно было бы перенести свой праведный гнев с действительно виновных пред ним людей на своего непорочного сына. А как возможно на Боге гнев на невиновного? И как возможно этой кары невиновного удовлетворить неподкупное Божие правосудие, когда оно, несомненно, должно требовать кары именно того, кто действительно повинен в смерти? Под давлением этих вопросов современная религиозная и философская мысль, естественно, не может смириться с юридической теорией спасения, потому что она, естественно, находит в этой теории решительное отрицание правильного понятия о Боге как о существе совершенном и стало бы действительно правосудным. Так что, когда мы смотрим на православные представления о западном богословии, мы видим, что западное богословие, православием атакуется по двум направлениям. Первое направление – это само отвержение идеи гнева Божьего и за неизменности в Боге. Второе направление – восточное богословие подчеркивает нелогичность западного заместительной жертвы, нелогичность того, что Христос мог бы искупить чужие грехи. Но ну, здесь другие разные соображения могут быть приведены и приводятся православными авторами против западной точки зрения. Ну, например, один из православных авторов описывает западный подход следующим образом. Он говорит, представьте, что вы поссорились со своим соседом, он сделал что-то неприятное для вас, вы приходите домой, убиваете своего сына и говорите соседу, ну я убил сына, поэтому больше я на тебя не обижаюсь. Вот примерно такими словами православные пытаются предподнести западную точку зрения, может быть протестантскую точку зрения на спасение. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Весь ресурс на сайте tevaseminarit.com что мы можем сказать на это, что можем ответить, что можем отметить в данном контексте? Ну, иногда мы сами так описываем спасение, что нас легко обвинять во всяких глупостях, и это важный момент, мы должны, говоря о спасении, говоря о прощении, приносимым Христом, описать, в чем логика нашей точки зрения. И если мы не обратим внимание на то, что в протестантском богословии не только формально прощается грех, не только виновный обвиняется невиновным, но если мы не обратим внимание на то, что в протестантском богословии, в настоящем классическом протестантском богословии подчеркивается соединение человека со Христом, и только в рамках этого соединения, только благодаря этому соединению, возможно, и смерть Христа за наши грехи, потому что теперь наши грехи не чужды по отношению к Нему, но потому что было это соединение. Поэтому и что благодаря этому соединению возможно и возрождение, и новая жизнь, и изменение человека. Так вот, если мы теряем вот эту идею соединенности со Христом, если мы теряем идею новой жизни со Христом, то, конечно, нас есть в чем обвинять, и юридический подход к спасению будет глупым. Но все-таки, возвращаясь к изначальному вопросу, можем или не можем мы говорить о гневе Божьем? Нужно или не нужно вообще искупление греха? Есть или нет вот эта вот проблема вины и того, что с этой виной и с этим гневом нужно что-то сделать. У нас с вами есть священное писание. Священное писание многократно использует слова о гневе Божьем и о наказании и об искуплении в контексте спасения. Мы можем согласиться со священным писанием а либо мы можем последовать, ну, например, за Иоанном Златоустом и сказать, вот это вот Священное Писание написано пользуясь его языком для людей более грубых, то есть Священное Писание написано для людей а, глупых, а мы более умные люди, чем те, кому обращено Священное Писание, и мы-то как умные люди понимаем, что все совсем не так в Священном Писании. И откуда наш берется ум? ну фактически из философской концепции из греческой философии понимаете выбор восточного варианта вот в таком в классическом его выражении он выглядит как возвеличивание греческой философии над откровением священного писания тот который из греческой философии понял неизменность Бога он более умный, чем тот, который прочитал о гневе Божьем в священном писании и поверил этому утверждению о гневе Божьем. Но наше понимание природы священного писания, наше представление о Боге, наше представление об откровении, наше даже такое, может быть, общее подозрение о том, что вряд ли Бог будет целенаправленно врать рассказывая о своем гневе. Или, например, апостол. Вот апостол Павел в послании к римлянам пишет о гневе Божьем. Апостол Павел знал, что гнева нет, если знал, то тогда врал, когда писал в послании к римлянам. Если не знал, то тогда получается, что он, заблуждаясь в этом вопросе, наверняка заблуждался и в других вопросах. Понимаете, мы приходим к куче очень сложных проблем, как только мы заявляем, что все такие библейские тексты – это просто приспособление к грубости людей. И мы постоянно занимаемся какой-то, вынуждены тогда постоянно заниматься какой-то эзигетикой, какой-то внесением в Писание заранее предусмотренного, заранее там, принятого смысла. И в этом отношении я думаю, что не так плох западный подход к спасению, не так плоха протестантская концепция, которая исходит из того, что мы читаем Писание как откровение Бога, и откровение Бога данное не в педагогической обманчивой форме, но непосредственно. Понятно, что если мы читаем Писание таким образом, то тогда нам придется отказаться от греческой концепции Бога. Тогда нам придется отказаться от философской идеи, что совершенный Бог обязательно должен быть неизменным, неподвижным и неспособным испытывать какие-то чувства. Тогда нам придется принять библейскую концепцию Бога как в каком-то смысле динамичного, как испытывающего чувства и испытывая при этом при испытании чувства не теряющего свое совершенство. Но я думаю, что у нас, по крайней мере, есть серьезное, надежное, логичное обоснование для наших взглядов, а не просто гордые заявления о том, что вот мы на основании там, богословия и так далее все понимаем. Так что... Перед лицом восточного представления о спасении мы должны, первое, внимательно относиться к библейскому богословию, второе, излагая библейское богословие, не терять важных моментов и вместе с библейским юридизмом учитывать и библейские идеи соединения с Богом и новой жизнью. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий.